Он мог бы стать полицейским, если бы пошел по стопам отца, но при выборе профессии слушал только себя. Поэтому Рашид Гусейнов решил связать свою жизнь с медициной. Это какая-то внутренняя такая подсказка, этого объяснить невозможно. С детства хотелось, наверное, помогать людям. Врач-отличник, за плечами медколледж и университет. Все дипломы красные. Опыта набирался в скорой помощи. Со специализацией окончательно определился еще во время учебы. Травматолог-ортопед находится на передовой. Здесь все. И вывихи, и вправления, и ранения, и раны, и ДТП, и кататравма, так называемое, это падение с высоты. Все приводится сюда. Учился в Краснодаре, работал в Волгограде. Сейчас доктор Гусейнов ведет прием в новой поликлинике в Ромашково. Плюсов работы в Подмосковье много. Не только в оснащении медучреждения по последнему слову техники. Здесь есть и поддержка там, съемного жилья, вот, и земский доктор, и, конечно, ипотека, это основное. Профессиональное выгорание – это не про него, говорит, стаж всего 9 лет, да и некогда, хотя добился уже немалых успехов. Помимо работы в поликлинике, занимается научной деятельностью. Доктор Гусейнов запатентовал несколько медицинских разработок, получил федеральный грант на их реализацию. У меня есть несколько патентов. Ну, один из них – это в области травматологии и нейрохирургии. В 2017 году я выиграл программу «Умник» и получил федеральный грант. Вот фонд содействия инноваций, вот 500 000 рублей. И перешел в следующий этап, стартап. Сейчас занимаюсь аспирантской деятельностью. Молодой и амбициозный, живет профессией. Все мечты и планы связаны только с ней. Врач, как и любой человек, наверное, больше всего может мечтать о благополучии и о успешной профессиональной карьере. Наверное, еще и карьерного роста, конечно, хочется. Амбиции ставим высокие. Цели, и будем их добиваться. Стать профессором, по словам Рашида Гусейнова, это не мечта, цель. А он привык добиваться задуманного и уже шаг за шагом идет к реализации своего амбициозного плана.